В канун Дня Победы на финал смотра конкурса пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Строевую подготовку продемонстрировали 12 школьных команд. Это победители районных этапов конкурса в двух возрастных категориях, а также команды учреждений профессионального образования. Оценивались сравнения в рядах и шеренгах, внешний вид, сдача рапорта, строевой шаг, четкость действий командира и, конечно, исполнение песни. Я бы хотел, чтобы мои внуки были также участвовали в таких конкурсах, потому что это вот наша страна, наше величие, наша культура, наше понимание и вот дух победы через вот такие конкурсы мы несем в поколение. Это прекрасный праздник, так должно быть. Я очень рад за детей, я желаю каждой возрастной группе победы. В итоге самыми голосистыми и дисциплинированными в строю были признаны команды школ номер 14 и 89, а также колледж Всероссийского госуниверситета юстиции.